Ребята, пожалуйста. Заходите. Сайт и на форум. Мир вам, православный сайт, заходите. Православный сайт. Православный сайт. Может быть, вам Иван? Не надо? Очень хороший. Я даже никто не знает, какой он. Там же камера, вдруг мы ушли. Мы ушли прям раз где-то на отдыхе. Вытащили, но у меня было облагать. Православный сайт, интернет есть? Да. А может быть вы желаете поглядите такой Евангелие от Иоанна, крупный шрифт, прям где-то можно на работе или что? Есть, да? Ну помоги, Господи. Пошли. Это Евангелие от Иоанна, бесплатно. Ну возьмите вот там, я же на интернет, я прям Евангелие предлагаю. Слова Божии. Самим Христом сказано о том, как нам достичь вечной жизни. Спасение души. Хороший сын. Так, интернет можно. Да, я туда в церковь хожу. Даже очень люблю ходить. Как у вас и продвигается? Слава Богу, ваши молитвы. Помоги вам, Господи. Слово Божие. Такой крупный шрифт. Бесплатно, конечно. Нет, мы все-таки попали туда, куда надо. Анна говорит, меня муж ждет. Я смотрела, что ждет. Муж это хорошо. Молодец. Поставьте, пожалуйста, на тишечке. У вас интернет есть? Нет. Дома? Нет? Вот. Это золото и серебра нет у нас, вот Евангелие от Иоанна. Глядите, крупный шрифт. Ага, ой, спасибо большое. Помоги, Господи. Вам читайте. Спасибо. А кто? У вас там есть дети кто-нибудь? Есть. Ну вот они-то интернет имеют, я думаю. А, ну. Пускай заходят к нам. Там это все есть, конечно, ага, в интеллектуальном виде. Помоги, Господи. Спасибо большое. А у него тоже такая книжка, да? Да, то же самое. Мы всем такое раздаем. Ну кто желает читать? Православный сайт. Странно, занимаюсь золотом, серебра и золота у меня нет. Гли, выбросили. Хорошо, что не знаю. У меня с 8-го сын родился. И все, мы, короче, считали удары. Мир вам, православный сайт предлагаем. И в что? Интернете. Ну, сюда заходите и набираете. Мы бестолковые. А вот поглядите, для таких же, как мы, бестолковых. Евангелие от Иоанна. Нет. Крупный я шрифт. Не нет. Но у вас сейчас там нету ничего? Но у меня будет снег с крыши сбрасывать. Когда звонить? Чтобы я только заранее, дня за два хотел. Хорошо. Чтобы я мог прийти вам. Помощь. Если никого не найду, вам будут звонить. Все, Бог помощь вам. Ну, давайте. Спасибо. И что это такое? Это Евангелие от Иоанна. Это Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанна. Какое же вы были с вами? Православный. Ну все, с Богом. Да, заходите. Я одной женщиной работал. Знакомо. Видишь, как оно бывает. Работал, и женщина попалась.
православный сайт. Православный сайт, интернет. Заходите. Пожалуйста. Благодарю. Все. Ровненькое такое. Как в сказке. Совершенно меня не столько не будоражит. У меня вопрос. Ну, люди. Рыбы Христовы. Мир вам, православный сайт. Заходите, пожалуйста. Мы же Евангелие желаете. Православный сайт. Слава Христу. Самое интересное, то, что я ничего за этого не беру. Православный сайт. А может быть Евангелие, он крупный сайт. Ну ладно. Вот оно, благовестие в открытом виде. Вот люди, вот природа, дорога. Кто-то берет, но это еще не факт, что он станет верующим. А может, он верующий уже взял, кто знает. Редко бывает, правда. Я не знаю, мы раздали 1000 визитов, допустим, один человек вышел или нет хотя бы. Православный сайт. Ладно, беру. Сережа, сложно. Православный сайт. Может быть, Евангелие, тут еще. Я самого Господа сейчас читаю. А, так я заявляю. Где? В смысле, в церкви, что ли? Ну, я занимаюсь. Нет, я не в церкви. Нет. А вы в церкви? Ну, конечно. А где вы? Я нет. А как, а где я вы занимаетесь? Иегова. А, это, свидетели Иеговы? Да. Ага. Тогда так нельзя, то не тогда это. Подождите, как вас там вас учат? Вам на, можно или нельзя? По Библии мы. Ну, это вот это вот Евангелие от Иоанна. Только не ваш перевод, не Нового Завета, а синодальный. А, и ну, все. Понятно. Но я так знаю, что и ваши тоже там братья и сестры пользуются этими переводами. Да, да, обязательно. Видите, тут главное крупный шрифт. Да, да. И истинные слова Христовы. Да, да, да. Все, помоги Господи вам. Спасибо. Кстати, вам здесь он говорит, что он Бог. Он говорит, я отец одно. Помоги, там Господи. У нас вот телефон, мы тоже занятия проводим. Вот здесь-то печать стоит. Ну, я в Олеське живу. А, вы в Олеське. А я, мы, да, у нас в Олеське там есть в Олеске свой дом. Ходите, мы там да? занимаемся, да. Ну, все это. Ну, щелкнул ее. Про занятия напоминайте. То она ходит, занимается, а я, говорит, не в церкви занимаюсь. Да, ну, видно, что она еще слабо подготовлена. Да, она иначе будет нас отрубить. Да, это ясно. Православный сайт. А вот. Подойди, 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 подойди. Ну, они мы поняли, что я бесплатно даю, но... Это им не надо. Православный сайт. Православный сайт. Может быть, Иван Гриотяна? Уже выбросил. Молодец. Детям нужно видеть, вот вот где горку надо заливать было. Ну все, немножко залили. Почему у нас народ это ничего не сообразительный такой? Столько снега, пол ума нету. Ну тут бы плеснули детям, бы и катались, да? Если они тут хотят. Можно я по возикам? Православный сайт. Чей ребенок? Живом, все? Молодец, крепкий. Мурмяна становится. Так здорово треснулся. Говорить можешь? Он может, он может. А, парень. Что, слабо? Он дышит, подышит. Но больно, видать. Не надо. Не знаете, чей ребенок? Павел, я тебя очень сильно ударил. Православный сайт. Обиделся просто. А что ты сидишь? Мне там
15. А, ну обиделся. Ты один, что ли, пришел? Один? Православный сайт. Слова Христа самого. А, понял. Ой, Господи. Ну, заходите. Православный сайт. А бабушка, ты бы не хотите? Православный сайт. В интернет заходите. Может быть, Евангелие вам? Там у нас какое? Красочное. 4 Евангелия. Там более 1300 тем. Помоги Богу. Православный сайт. Может быть, Иван Гелетана бесплатно. Православный сайт. Что? Православный сайт. Что это? Православный. А, православный. Ну, страничка в интернете. Ну вот, видишь. Вот тут есть люди. Вот искусственно уже сделали. Вот так пойдем, брат. Вот так. Туда, потом брат, вот так. Православный сайт. Православный сайт. Вот такая. Православный сайт. Может быть, Евангелие? 4 Евангелия. Крупный шрифт. Есть? Отлично. Не считайте. Ой, православный сайт. Евангелие от Иоанна, крупный шрифт. Православный сайт. Православный сайт. Православный сайт. Православный сайт. Православный сайт. Даже таким мощным мужикам, как мы с вами, ребят. Православный сайт. Забыл спасение, души. Православный сайт. Вот это, блядь, ну, Бог помнит. Православный сайт. Давай. Православный сайт. Еще один круг!
православный сайт. Забыл, спасибо большое. А где у нас Игорь Владимирович? На одном месте стоит, значит, да? Православный сайт. Скажите, что я был старше, поставил эту задачу. Пусть он меня накажет. Что-то херню будет. Пустой разговор, честное слово. Но мы готовимся к комиссии, то мы начинаем где-то какие-то опасные работы, потому что перегнали технику. За Новый год там другой был. Вчера то, что варили, красили, блядь, три солдата находили, пидорили эти боксы, ни хера для него было не опасно. А сейчас это опасно. Там есть дежурный солдат. Православный сайт. Песня. Да. Даду спасибо большое вечность. Господь близко, призывает всех к покаянию. Православный сайт. Даду спасибо большое вечность. Православный сайт. Та же ссылка на то. Очень большой материал. Очень большой. Православный сайт. Православный сайт. Валер, ты фотоаппарат взял, да? Жизнь короткая, Господь говорит, придите все это, ко мне все ближайшие дневные сотрудничества. Потому что впереди вечность, мы все представим на себе Божьей. Жизнь короткая, очень короткая. Православный сайт. Вань, потихоньку держи. Нет, это же, а Иван Галейдин. Уже привет, Крида, да? А дома у вас банк есть?
Новый Завет пишете? Да, у меня очень много Библии, если вам нужно будет начитать, надо ее скачать, чтобы... Какие дела делать сейчас? У меня даже не должно быть никакого. Самое-то главное, мы должны сами стремиться по Слову Божьему жить. Согласно Слову Богу, как Господь говорит. И все, Бог помнит. Вам тоже. Что тебе опять надо? А Евангелие есть? Евангелие от Иоанна. Да, это из Нового Завета. Одно из Евангелий взято. А это что вы давали? Это визитка, если у вас есть, видите, у вас у детей есть интернет, компьютер? Да. Вот возьмите. Это сайт бесплатный, православный. Там тоже ссылка на форум есть. Они зайдите сами все это. Да. Там очень большой материал, который а очень. Что стоит? Господь говорит, даром дано вам, даром отдавайте. Да. Вот это Слово Божие, оно дано даром человеку вообще. И я также даром должен отдать это человеку. Спасибо. Да. Вы разговариваете? Православный сайт. Есть у вас интернет дома? Нету. Нету. А у вас сейчас про детей? Есть? Зато спасибо душе и вечности. Здесь короткая. Ну, она не все. А? Жизнь вечная. Жизнь вечная. Впереди еще. Да. После суда Божьего. Православный сайт. Подумай, спаси душе вечность. Жизнь короткая. Господь говорит, что не хочет. Православный сайт. Интернет у меня есть? Попить есть? Там очень большой материал, потом бесплатный. Есть ссылка на форум. А 1400 кинов. Есть Библия начитана, а Купилат, Гулат начитан, да, уже надо раскачать, потом не думать. Там очень Гулат делаешь, все вот. Интернет у вас есть? Рафаны сайт. Там очень большой материал. Сайт бесплатный. И ссылка также на форум, значит, друзья. Различные церкви, о вере, о политике, о мусульманстве, еврействе и так далее. В общем, подробный материал. Все, Бог помощи. А где у нас брат? О, брат, снимай его, он там беседует. Его как снимает, он беседует. Дело в том, что вы не сможете истинно веровать, пока все не исполнится. Это тоже вопрос. Вера не... Пока все... Потом расскажешь. Баптисты, видишь, как относятся к этому делу. Брат, нельзя. Мы о бороде говорим. И о брюках, конечно. А юбка? Помоги, Господи, вам. Кстати, я очень часто слышал, когда я так сидит, уже не обращался. Если ты только начинаешь жене говорить, это 22.5. А Господь так и сказал? Да, возлюбит муж же, как Христос. Ну, да. Да, правильно, да. Ну только это же к верующим относится. Как хрустальную вазу. Илюша! Ну, утлый сосуд. Ну, понятно. Разбитую еще, кстати, она нет, разбитую. Почему? Толкование православное у нас идет, потому что разбитый горшок, который течет постоянно. Нет, у нас поэтому Библии, его утлый сосуд. Я не знаю, у нас Библия единая, там да? Нету разбитого сосуда. Да. Там наоборот... Как хрустальный, нежный сосуд. Нету такого понятия. Слово немощный там стоит. Нету. Нету сосуда. Что вы любите, мы тоже любите. Да. Библия, вот слава Богу, пусть Господь благословит и вас. Знаете, Бог один. Ваша церковь, наша церковь. Вот лично у нас никогда не говорит наш пастор, что какая-то церковь лучше, какая-то хуже, где-то правильнее, где-то неправильнее.
Понимаете, понятие церковь, оно глубже, чем вы понимаете. Библия одна. Видите, в чем дело? Вы презрели церковь, а не мы. Православная церковь-то, она еще от апостольских времен пошла, от Дня Пятидесятницы. А у нас не против православных. Нет, подождите, у вас вообще от католицизма идет, протестантизм, он идет от католицизма, он не идет из православия никак. То есть вы-то через немцев получили эту веру сюда. В общем-то, корни-то одни и те же. Почему через немцев? Корни-то одни и те же. Корни-то одни. Потому что Мартин Лютер молодец, он восстал против безопасности. Законе, которое творилось. Вера с Византии, не надо чушь нам прививать. Не надо это говорить. Какая ваша вера? Баптистская? Нет, православная. А при чем есть православная? Я вообще про баптистов говорю. А мы говорим, что мы не против православных. Защитник у вас ревностный, думаю, ничего себе, сейчас это расскажет. Молодец, ты не туда. Радость, а вера византийская тоже не радостна. Каждый человек должен исполнять заповеди. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Пойдем. Исполняй Господа заповеди. Все, делай добрые дела. Ну как, не делай, не твори зло. Не обмани, как это идет. И все, поклоняйся единому живому Богу. Нет, там все. Немножко не так написано. И Матфея... Я не смогу. Вот это, послушайте, от вас немножко шовинизмом попахивает. Чересчур вы свою веру поднимаете вверх, остальные ничто. Как еще? Вы немножко шовинизм от вас подтягиваете. Почему? Вы Слово Божие читаете, понимаете? Это уже мы уважаем. Это уже слава Богу. Мы уважаем. Но я теперь веры. Говорю о церкви. Он сказал Петру, Иисус Христос, наш любимый Господь Бог, сказал Петру, ты камень, Петр, и на сем камне я воздвигну церковь мою. Врата ада на земле, поверьте, не одолели церкви. А баптисты уже решили, что врата ада одолели церковь. Никогда. Одолели. Православную церковь давно уже одолели. Неправда. Неправда? Мы очень относимся. А чего тогда в православной церкви нету? Мы очень относимся прекрасно ко всем церквям. И православных, и уважающих. Кого вы уже уважаете? Всех и верующих православных, и церковь православных. И мы крещение вначале принимали в православной церкви. Мы во многих церквях бывали. А вы в православии или в крапиле? Крапили. Крапили это не крещение, это просто крапление. А уже у баптиста мы по полному погружению. Да, ну в один раз. А надо троекратно во имя Отца и Сына и Святого Духа. Окунали? Матфея 20... А вы придите к нам. 20 глава, 28. Вы придите. У нас три раза. Придите. Три раза? Да. Придите, посмотрите. А вы где, на коммунарах или на стадиатах? Да. На коммунарах начали три раза, да, кумать? Ну, простите. А чем это? Ну, у вас и крест появился недавно, я чем могу сказать? Вы молодцы, потихоньку построите. Но церковь там, где там рукоположенная епископство. Отделенцы, ну, это, в общем-то, немножко разные веры. У них более жесткие отношения ко всему. Судимы словам Господа. У баптистов, у этих самых объединенцев, которые объединились в 49-м году. А в 49-м году эти самые отделенцы отошли, они в более жесткие требования. Всех уважают. Иван Петрович, все, кто поклоняется Богу, принимает его. Видите, вам-то легко нас уважать, они тоже же бреют. А нам как вас уважать? Бреют. Но дело в том, что вот эти самые отделенцы, допустим, из-за пешеного телевизора смотреть, все такое, вот, именно через шажок. А здесь иванки христиане, они, пожалуйста, ты должен знать, что делается в мире, ты должен все знать. Относится к этому так. Через Англию к нам пришел. Баптисты это то же самое православие, только единственное, полное баптисты, погружение. Единственное, что баптисты только не крестятся, не целуют иконы. Не поклоняются идолам. Не подавают идолам. Вы считаете, что икона это идол? Да. Да. Почему бы нет? Кто видел Иисуса Христа? Вот сейчас кто рисовал? Человеческий рука. Человеческих и сейчас рисует. Предание, и он нарисовал? Предание церкви говорит, что... Да, хорошо, согласен. Апостол этот имеет право рисовать. Остальные кто имеет право рисовать? Нарисовано сколько икон, и каждый по своему вере. Ну, перерисовали. Нет, тут подождите, тут немножко не так. Это можно, да, это, допустим, можем сказать. Дело в изображении. Не поклоняйтесь.
Да, да, то, что создал, да, не, человек только единому живому Богу. А когда евреи ходили вокруг горы Синай, и Моисей вошел, они он не было его, они сделали из золота кельца и поклонялись. Как разгневался Господь? Моисей разгневался. Это идол. А и... когда Господь читали, когда готовы сделать читальную работу, сделали распятие. Ну это святое святых. А иконы? Святое святых. Подождите, какое святое святых? Херувимы были, когда Господь дал указание, да, ковчег завета, там только херувимы. Да не только в ковчеге. Почему? Если мы возьмем Иезекииля, 41 главу, храм Зарававеля, второй храм, в который Христос приходил, и там изгонял. Там было написано изображение от, Господь один, от, под, от пола и до потолка. Богу, не икона. Нет, мы не закончили еще. Не просто. Не просто. Нет. Пожалуйста, православный сайт. Поэтому не обращусь, у всех есть Евангелие. Я Евангелие взял вот это. Взял, да? У меня еще есть. Вопрос. Заходите к нам на сайт. Может быть, Евангелие такое. Четыре Евангелия. Нет. Ну ладно. Кто книжки читает? Какие? А, читает? Ну так она для этого и есть. Эта книжка как раз для того, чтобы читать. Ну и сразу можно вопросы задавать. Тут есть вопросы? Задавай вопрос сразу. А я только начала читать. А, только начала? Нет, да. Еще вопросов вообще. Надо же так, а? Счастливый человек, у меня сплошные вопросы. Ну, когда у нас будет вот здесь не зима, а лето? В следующем году. Нет. А, в этом году? Нет, вообще лето будет всегда на земле. Вот вопрос у меня сразу. Почему мы будем тепло? А ответ у Бога. Придет такое время, когда будет только одно тепло. Ну, чтобы туда попасть, нужно необыкновенное мужество человека. Нужно знать слово Божие. Если ты не знаешь слово Божие, ты туда не попадешь. А зима, она будет продолжаться для тебя, в конечном итоге. Эта зима, она закончится, все помрет, и в ад попадет. Вот так. Очень печальный конец. А если ты будешь Слово Божие знать, там написано, Господь говорит, кто будет есть тело мое и пить кровь мою, тот будет жить вечно. Вот стремись к этому. Это только в церкви дает священник, истина, православный. У тебя есть такой церковь? А Евангелие есть такое? Да. Дома есть? Она тут будет. А что дома, да дома? У всех дома никто не читает. Вот хоть один человек начал читать. Помоги Бог тебе. Спасибо. Как тебя запечатлеть-то? Как тебя зовут? Катя. Ой, Екатерина. 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 Благословенная Господом нашим. Она великомученица была, Екатерина. Это вот от всех Екатерин, которые от нее называют всех Екатерин. Она была маленькая, всего 14 лет. И она пошла против воли отца, все уверовала в Иисуса Христа и была самим отцом убита. Ради Христа, ради вот этих слов божественных. Ну помоги Господи вам, все преодолевшим стоять. В Слове Божьем сказано, вся верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную, а неверующий уже осужден, потому что не верил в единого. Ну вы, значит, будете жить вечно, а вы вечно мучиться будете. Да ну, я уже мучаюсь всю жизнь. Вот, а там еще будет во много, миллион раз сильнее. Потому что все везде, природа, все везде, вот эти облака, солнце, все это сильнее, что есть создатель. Бог, ну представьте, какое могущество, представьте человека, он сотворил нас по образу и по образу.
Конечно, могу. Я могу здание построить, если у меня к этому есть лицо. А вселенную создать сможете? Нет, конечно. Это Господь сотворил. А вы говорите по образу. Его нам дал определенный... Если бы я был создан по его образу, я бы мог создать вселенную. Нет, образ заключается в том, что вы можете строить. Вы можете размышлять вот как в данный момент. А Господь мог бы простым животным. Господь мог бы вас просто простым животным сотворить и все. Вы бы просто без разума были. А Господь нам дал смысл, язык, разум, чтобы размышлять, рассуждать. Потому что это вы просто разум отвергаете. Может быть, неправильно сказали? Я не знаю. Ну, так, может быть, где-то надо знать, что правильно, что нет. Никто не ходит и не распространяет. Под православно, потом его уходит и распространяет. Не, ну, это вы на них тоже клевещете. Это очень плохо. Вот как раз патриарх-то и говорит, что батюшки, давайте встаньте, засучите рукава и начинайте везде проповедовать. На площадях выходите. А не видите, батюшки загрузнели, надо походить, подвигаться среди народа. Да и все. А какая у него работа? У него не работа, у него служение Христу. Служение Христу у него. Для интернета люди должны знать, что знают о православии. Видите, как вы мало знаете о православии. Поди, не часто ходите в церковь. Чувствуется, ну, судя по всему. Сколько ходим, мы же не знаем, сколько вы ходите. Ну вы вот так же накрашены к чаше подходите причащаться. А как же, так же одеваете? Конечно, нельзя так делать. Но платок же надо одевать. А вот так и идем, юбку одеваем. Ну платок одеваете? И платок одеваем, и идем. А сережки-то снимите и не краситесь. Что он красится? Мужчина, да? Сами разберемся. Как, вы не разберетесь без церкви Божией никогда в жизни? Но вы не оттуда. Вам Господь не даст разобраться. Вы не из православной церкви. Что-то дух не тот, да? Нет, да, конечно. Ясно, ясно. Потому что вам это все охота делать. Нет, я сама сыворотка. И что вы там делаете? Я там служу. Вы там продаете, наверное, скажите, что торгуете? Это уже не важно. Это очень даже важно. Нельзя торговлю в храме развивать. Каноны православные говорят, нельзя торговать в храме. Христос изгонял торгующих. Они не торгуют в храме. Ну, как не торгуют? Еще как торгуют? Зайдите, вон, Покровский собор. Все торгуют, везде идет торговля полным ходом. И оптом ножницы продают. Послушная такая. Да, брат, как тебе? Да. Дрессировка вообще легкая, наверное, да, Татик? Гляди, вон верблюды уже ходят здесь у нас. Все есть, кроме Евангелия Евгения. За какие деньги? Вы о чем разговор? Даром получили, даром давайте. Помоги вам Бог. Спасибо. Меня ты не будешь плевать. Он плюется, нет? Это же верблюд, конечно. Может. Да? Евангелие от Иоанна. 4 Евангелия сразу. Крупный шрифт. Как вам? Бесплатно. Возьмите, почитайте. Ну, помоги вам Бог. Читайте обязательно. Вот видите, на первой странице занятия по православному, по изучению Библии. Все, здесь этот же сайт указан. Ну, не, пускай у вас будет. Дадите вашим еще кому-то знакомым. Обязательно выходите, читайте. Благослови вас Господь. Быть верующей истинно. Чудо снял вот это? Он плюется, оказывается. Православный сайт. Что, на коняшке не так сильно? Открывается. Нет, тоже любят. А все такие смиренные, видать, прям под детей, да? На них дети занимаются. Ах, они умницы. Приятные какие. Вот где потрогать-то можно. Погладить по спинке и ничего. А лучше варежку снять. Да? Еще интересно, да?
Ну-ка. Ах, ты славная такая скотинка. Ждет. Ждет она, когда сыны Божьи вы уверены. О, она прикусывает довольно так. Придете в разум истинный, да? Сюда сейчас дохвалит Господа. Стенает и мучается, и говорит, и ждет до ныне избавления сынов Божьих. Как они ждут, когда же мы все уверуем? Делайте. Надо обязательно в церковь ходить. Курить, бросить, не курить. Бросать курить надо. Как замуж выйду, так курить брошу. Ничего это не поможет. Не надо замуж вам ни за какой. Станьте невестой Христовой. Помоги вам Бог. И так 9 лет живу так. Не родился. Вот видите, какая у нас интересная есть. Вот книга Евангелия от Иоанна. Крупный шрифт, самое главное. В любом месте остановились, и слова Христа признаны. А бесплатно, конечно. Ну, возьмете, может быть. Не помоги Богу. Помоги Богу. Уж явно, что я вот так не топчусь, когда благовествую и даю что-то, да? Что топтаться-то? Люди все открытые, прекрасные. Даже баптисты эти, которые так упираются, не знают Слово Божие до конца. И то с ними интересно беседовать. Сейчас еще подойдем. Страничка в интернете, заходите, пожалуйста. Посмотрите, какое Евангелие от Иоанна есть, прекрасное. Крупный шрифт. Остановились в любом месте и прочитали, бесплатно. Не надо? Ну вот, жаль. Помоги, Господи. Может быть, вам? Православная церковь, сайт. Заходите. Девушка, как вы? Вижу бесстрастный взор вперед. Это крещение, показано, это не церковь. Наша? Это православная церковь. Но наша церковь, которая официальная. Она самая что. А, нет, это я могу прямо сказать. Еще нет, это не официальная. Мы зарубежная церковь. Это секта. Русская православная церковь за рубежом. Поэтому видите, вы задали правильный вопрос, и вам вообще не повезло. Вы теперь не зайдете на наш сайт. А я и собираюсь. Ну, у меня своя есть. Но этот правильный вопрос вы задали совершенно неправильно по великому невежеству человечеству. Ну и ладно. Ой, что же теперь сделать? Да, я понял. Я с вами не согласна. По окрасу ваших волос я все понял. Сайт. Просто заходите на страничку нашу, и там все. Темы разные. Смотрите, как надо, что надо. Я поеду. Куда же еще зайти? Неверующий? Кстати, девушка, Христос как раз к неверующим пришел. К верующим-то что приходить? Помоги Бог вам. Дай Бог вам. Вы поглядите, вот для вас вот лучшая книга. Возьмите читать Евангелие Христа. Вот это прочитаете, и вам Господь даст веру. Это слова все Христа, это все о Христе здесь написано. Вы прочитаете и будете знать. Потом дадите кому-нибудь из старших ваших. Видите, какой шрифт хороший. А сами все Библию потом возьмете. И дай вам Бог, чтобы вы с этой Библией прошли по всей жизни и наследовали Старт. Помоги Господи. Видите, как слава тебе, Господи. А для кого еще Христос пришел? Говорит, пришел ты не к здоровым, а к больным. Ох ты какой тут, чего только нету. Хорошо, что мы сюда пришли. Главное, люди есть. Мир вам, православный сайт. Православный сайт. Посмотрите еще, что есть. Вот у нас что есть, Евангелие от Иоанна. Это лучший всяких молитв. Здесь слова Христа, крупный шрифт. Мы? Вот вы такой вопрос задаете, неоднократно причем люди. Вот для человека, который, конечно, сектанты они есть, если вы назовете его сектантом, это как подойти любому разу, сказать человеку, ты не бандит, случайно. Потому что сектант – это уже страшное нечто, понимаете? Секта – это страшно. Поэтому даже мы, зная, кто такие сектанты, вот сейчас сектанты нам попались по пути баптистов, мы не решаемся говорить, ну вы секта. А так окольными путями, и потом только говорим, вы не церковь там и так далее. Да. Представьте, секта сказать. Ну я бы сказал, вы непосредственно занимаетесь каким-то, кто такой вообще. Поэтому, ну помоги вам Бог. Все, читайте, выходите на наш сайт, и вы будете все знать. Это от некоторого, знаете, неразумия просто люди говорят.
Ну, нет, мы просто ходим. Вы знаете, мы долго не ходили, тут начали ходить. Случайно получилось. Не будем говорить, что нас Бог привел. Ну, хотя на самом деле так есть. Аллилуйя. Заходите, пожалуйста. Мир вам, православная церковь. Заходите, пожалуйста. Поглядите, у нас такое Евангелие есть, вас заинтересует. Небольшое оно, но зато очень хороший шрифт. Очень хороший. Слова Христа. Есть, да? Мои Господи, читайте обязательно. Вы знаете, что через слово человек веру получает? Человек получает через слово Божие, через эти слова, веру в Бога. Он ее только дает. Вы сами не можете ее прочитать, намолить. Вы только можете сильно заинтересоваться, и Господь увидит ваше чистое сердце и намерение и даст вам веру по слову Его. Помоги Господи. Аллилуйя. Православная церковь, писай. Положить вам карту? Давайте. Держите малышку. Помоги Господи. Православная церковь, сайт. Сайт? Веруйте в Иисуса Христа. Православный сайт. Православный сайт. Евангелие, купите какое. Хороший шрифт. Православный сайт. Смирно. Православный сайт. Давал я прям? А, понял. Православный сайт. Уже, значит, так. И что? Пошли обратно теперь. А вон идут. Мало идут. Пошел я вот этой стороной. А, мы не можем разделяться сильно. Ножи. Ну, пойдемте параллельно. До туда, до туда. А? У тебя там есть эти еще Евангелия? Полно. Ну-ка, подкиньте мне. Православный сайт. А что ты не раздаешь? А? Почему предлагаю? Православный сайт. Не все же реагируют. Не все реагируют. Вот так вот, да? Православный сайт. Нет, не секта. Понимаете, это все равно, что как человека бандитом назвать, вот секта, просто так не говорится. Вы лучше это забудьте как-нибудь слово. Ну, называются инославные, если вы... Вы наша православная, да? Вы православная. Ну, все, понятно. Вы боитесь там, потому что священники предупреждают. Я не боюсь, просто я бы не взялась. Ну, вы видели, что сектанты были когда-нибудь бородатые? Я-то больше, наверное, на священника похож, нежели на сектанта бритого баптиста. Может быть, увидите, какие Евангелия у нас есть, а? Возьмите, почитайте на работе Евангелие от Иоанна. Крупный шрифт, очень хороший шрифт. Прекраснейший. Православный цикл. О, ребята, приехали на горку, радость. Православная церковь. Где-то мы виделись. Где-то я его узнал. Православная церковь. Скучная молодежь, скучная. Совсем не весело им. Все знают, все могут. А ко Христу так и не пришли ничего. Я понимаю, почему. Я, говорит, неверующая. Я говорю, так Христос пришел к неверующим. Такая, а ну давайте тогда. И все, и Евангелие взяла.
Буду читать. Была подготовка, я с ней перед этим писал. Я судья Божий за свидетель. Она то, что отказалась, уже второй раз не решила взять. Нет, она отказалась, да, у меня. А у тебя именно потом тоже. Видно, как-то Господь коснулся себя. Не, я говорю, так Христос пришел как раз, говорю, к неверующим надо, да? Ну давайте тогда. Я говорю, ну как к кому он пришел? Мне говорит, пришел не к здоровым, а к больным. Все неверующие, как один. Кому он пришел? Православная церковь. Всего час? Бесплатно. Не надо, да? Проходите к нам, пожалуйста. Убегает, надо сюда идти. Опять. Православный сайт. Сейчас люди уже почти что все новенькие. Православный сайт. Ну, сайт православный. Вы знаете, что они заходите. Ну, как-нибудь зайдете, все равно же. Старость придет, когда-то зайдете. Даст Бог, живой. Православный сайт. Ты куда пошли? Православный сайт. То, что я вам визиточку дал, здесь у нас это, как говорится, к истине народ.ру, это где у нас в интернете находится сайт. А, ну, да, ну вот, давайте тогда я там возьмите. Сыну подарю. Ага, да, вот сыну там. Точно, ему точно надо. Говорю, он верующий, верующий. Его помощь. Православная церковь. Самое интересное то, что и святки, и пост всякое будет. Православная церковь. И все будет праздновать в православный союз. Оп, дай пожалуйста. Православный союз. Православный союз. Православный союз. Явно, что выросли. Посмотрите, какой у нас чудесный Евангелие. Ну, ладно, конечно. Евангелие там крупным шрифтом. Да? Желтым, бесплатно. Да? Для вас, для бабушки, да и для вас можете взять на работу где-то. Вот я. Я еще вышел. Туда пойдем. С той стороны. С той стороны. А с этой горки? Уходим. Молодец, Сергей Павлович, сделал сайт так много. Православный сайт. Заходите, пожалуйста, на сайт. Православный сайт. Пожалуйста. Православный сайт. Заходите, пожалуйста. Диман, девятый. Православный сайт. Православный сайт. Православный сайт. Мне дали уже. Дали уже? А Евангелие дали вам? Дали. О, помоги Богу. Yeah.
быть проповедником Трафанса. Трафанса. Может быть, сразу и вам же? А вы читаете даже? И где вы сейчас читаете? Я просто читаю. Ну просто. И вот что вы сегодня прочитали? Сегодня не читала, честно. И вчера не читала. А последний раз что читали? А последний раз читала, сейчас скажу. Ну-ка. Интересно даже для меня. Ну, Ветхий Завет или Новый? Как открою, вот на что попаду, на то и читаю. У вас Библия целая? Да. Интересно. Ну и что вы прочитали? Ну-ка, я вот тоже открывал вчера, к примеру. Так. Нет, я вот не открывала честно. Я два или три. Третья книга Царств, третий глава. Не люблю Старый Завет, он такой сложный, его так понять тяжело. Мне больше Новый нравится. А вот глядите. Жизнь Иисуса Христа там. Вот Новый, вот это Нового Завета. Вот видите, здесь у нас написано изучение, православное изучение Библии. Тут есть телефон, можете, если нет, надо, позвонить. Можно изучать Библию. Я знаю, что... Вот мы прям ее изучаем. Ну, ясно. А вы взяли? Нет, спасибо. А, вы не стали даже брать. Ну, ладно, дай Бог вам читать и до чего-то дочитаться правильно. Православный сайт. Вот как кто читает, так тут не там. Православный сайт. Не надо. Православный сайт. Православный сайт. Православный сайт. Православный сайт. Володя, тут я думаю, что на меня так смотрит, а тут уже Володя застолбил. Все. Пригрозили что-то. Да, да. Ну, первая пара, когда походили, полиция, они хорошо отблагодарили, все взяли. А это агрессивно встретили. А, агрессивно, да? Ну, немножко так. Дубинкой подразили вон. Дубинкой уж не стали грозить. Ну, ясно. Хорошо, что не побили. 40 ударов по без одного бы получили. Да. Было бы радостно, конечно. Потом, а не сначала. Православный сайт. Вся книга аудио, там Ян Златоуст есть и так далее. Очень много всего полезного. А на форуме более 1400 тем. Там обо всем политике, о вере, о мусульманстве, о еврействе. И Коран тоже. Коран тоже. Любознательный. Что, нельзя? Нет, он не хочет. Thank you.
зубы, хотя бы зубы. Крупные свечи вам были там подарки. Ротом все. Благословен Господь. Дай Бог, чтобы тебя люди выходили. Хорошо, что мы здесь. Я, по-моему, давал уже. Бородой. Я только двоих здесь бородой вижу. Вот этого еще один шел на встречу здесь. Недавно. А так больше нету. Православный сайт. Заходите, пожалуйста, на наш сайт. Веруйте в Иисуса Христа всем сердцем. Ну, сколько здесь на людей-то. Дайте пройти вернуться. Володя. У них одна рада. Там очень большой материал для спасения души, о церкви, о вере. Ну, во всем. Они все ссылки. А Иван Григорьевич? Выше, выше! Давай. Помню. Память возвращается. А Евангелие не давал? Евангелие прямо. Крупный шрифт. Читайте где-то в свободное время. Это слова самого Христа о спасении человека. Как ему войти в вечность? Спасение души, вечная жизнь. Вы в курсе? Да, я в курсе. Православный, православный сайт. Молодость – это такой недостаток, который очень быстро пройдет. Ну вот и все. Закончили. Православный сайт. Нет, спасибо. Ну, люди не понимают, что теперь сделать. Не будем. Здесь за вечной жизнью помоги Бог. Вот тебе-то как раз это и надо. Может быть, Евангелие от Иоанна? Дайте, дайте ей, пускай читает. Вы не представляете, этими словами можно попасть в Царство Небесное. Если прочитаете, конечно. Конечно, прочитайте. Если будут вопросы, там есть телефоны, можете позвонить. Вам ответят. Спасибо. Слава Христу. Прославимся. На почте, возле почты стоят женщины, ну и тоже раздали. Вижу программа. Ну что, братья? Мы не исправим. Ну что, братья? Все, я пустой. Где, брат, ты меня ходишь, а у меня надо где-то доставать. Еще патронов есть немножечко. Последние. Но я думаю, не последние. Братья помогут еще сейчас. Две дал сразу. Ну ладно, вроде их там двое как раз. А где брат?
хочу. Я знаю, у меня есть. А дома Новый Завет у вас есть? Или Библия? Вот Евангелие от Иоанна мне просто дали. Бог помощь вам. Да я, давай это ставлю. У него закончилось, да? Ну, хорошо разбавить. Вот, брат, возьми. Иван Дегатяна, бесплатно. Крупный шрифт. Ну, там очень большой. Ну, просто так вот посмотреть. Стоит вот такое. Иван Галерпиан. По-моему, его. Рафаэль. Иван Галерпиан. Слава Христа о том, как спастись для вечной жизни. Помоги Господи вам. Благодарю. Помоги Господи. Православный сайт. Ух ты, страшно такой. Никакая девушка не полюбит такую морду. Ну, где мы видели еще маски? Иван Белиотрян. Православный сайт. Православный сайт. Страничка в интернете. Какой что там назвали? Перед вами много откроется. Ну, это в интернете страничка. Есть интернет? А вот глаза-то у вас точно есть. Евангелие от Иоанна. Православный сайт? Нет? Нет, спасибо. Что-то давал бы ему. Так, ну и ладно, пойдемте. Все. Круг сделали почета. Православный сайт. Поставить тебе? А Новый Завет, думаю, у вас есть? Все? Домой сейчас мы уйдем. Собираем по дороге. Все, помолимся. Помолимся. 10? Да. Поблагодарим Бога. Ну давай поблагодарим Господа. Аллилуйя. Благослови, Господи, и людей, которые получили дары Твои святые, дары, Господи, чтобы Слово Твое очистило их, и Ты даровал им веру в Тебя, Господи, Творца. И вместе с нами они прославили Пречистое имя Твое Отца, Сына и Святого Духа, теперь всегда и во веки веков. Аминь. Благослови, Господи, и город сей, даруй, чтобы еще молитвами всех праведников города сего сохранился мир на этой земле до тех пор, пока Ты, Господи, решишь, что окончились дни мира сего. Даруй, Господи, нам еще выходить на благовестие, как Ты сегодня говорил. И чтобы и люди, и из этих людей кто-то был с Тобой, да хоть и все. По Твоему изволению, благодарю. Слава Тебе за все. Аминь.
Аминь. Вы меня поймали, можно сказать. Но я-то крещеный. Троекратным погружением в воду. Дай-ка визитку сюда. Слушай. Вот глядите, вот видите? Да. Вот батюшка наш. Слушай. А у нас. Нет, стоп, подождите. Дурят народ. Зачем? Да дурят, дурят. Смотрите. Дураки. Видите, вот батюшка, вот он заходит в воду. Да. Сейчас люди будут погружаться. Вот смотрите на него, видите, вот оно. Вот оно. Батюшка, погрузись. Нет, подожди, подождите, это, вот видите, вот он, видите, человек вот этот. Это вот он и есть. Это он и есть. Да. Слушай, а у нас зачем дурят? Вот он, видите, погружаться сейчас будет в воду, он-то погруженный. Я-то не дал себя обдурить-то. То есть? Ты не дал? Да, не все обдуренные-то. Ну давай. Я-то не обдурен, он не обдурен. Скажи, он тоже не обдурен. Скажи, 90% обдуренных. 99. Молодец. Держите. Ты молодец. А вы откуда такая продвинутая? Женщины появились у нас. Вы в какую церковь-то ходите? Я в какую церковь хожу? Да. В какую? Ну вот жаль, что не в какую. А мы-то еще и в церковь ходим, зная все это. И с попами беседуем, и с епископами. Ты знаешь что? Я сейчас скажу тебе. Да. Церковь. Да. Хочешь один расскажу? Давайте, конечно. Едет девочка в автобус. Хватит снимать. Едет девочка, отвернись. Отвернись подальше. В автобусе. Ой, ну я понимаю, подружки по сотовому разговаривают. Ой, ну как тебе тяжело, я понимаю, ты рассталась, он тебя бросил. Ну понимаешь, о чем речь, ну, о ком речь идет. Ну ты сейчас сходи в церковь, поставь свечку, помолись, и тебе такое спокойствие придет. Но помни, так. Завтра день города, и бухать будем по полной. Да. А вы актрисой не работали нигде? Работали. Ясно. В детском саду или где? С 10 лет. С 10 лет актером? С 10 лет на сцене. А, так что, кроме шуток, вы где на сцене? В каком театре? Да я преподаватель. Так, ясно. И сцены прям преподаватель или просто преподаватель математики? Преподаватель истории, поэтому я знаю все эти... А, вы еще историк? Да, и все эти ваши знают. О, так вы знаете отлично, значит, историю. Историю я знаю, и отлично знаю. Вот скажите мне, как историк, почему у нас в церкви никогда о еврейском народе не говорят историю еврейского народа? Вот смотри, а на самом деле Иисус Христос, вот кресты-то мы носим неправильные. А какие нужны? Смотри, вот первый... Ох, я тебе рассказала, вы тогда вообще умерли здесь. Ну давайте, чтобы я умер. Умер? Я готов. На месте готов. Да убери ты свои даты. Это в интернет пойдет, так что все нормально. Люди должны знать. Все пускай умирают. Ведь еврейский, ведь должен быть на кресте, начально, когда появился царь иудейский. Ну да, написано царь иудейский. Царь иудейский. Потом это католический крест, это, да? Потом наш крест, нас немножко так, так и вот так, да? Ну, воображаемая перекладина называется. Теперь дальше, я тебе скажу о православии. И сейчас вот эти все молодежь, вот я говорю, на ушах будет стоять. Главная доминанта православия – соединение земного и небесного. Правильно? Соединение существующего и небесного. Мы приходим в мир этот для того, чтобы рано или поздно уйти в мир иной. Почему мы говорим «Царство Небесное» ушедшим, правильно? Ну, «Царство Небесное» я могу сейчас вот и брату пожаловать. Брат, «Царство тебе Небесное», а ты мне можешь пожелать. Нет, я говорю, ну что там, это условно, конечно, подожди, это условно составляет наш крест. Вот мы пришли в этот мир, но рано или поздно мы все уходим, правильно? Мы ну да, да. Правильно? Вот это вечную жизнь называется. Да, жизнь наша перечеркнулась, и мы ушли в мир иной. Правильно? Да. Дальше. В этом, когда мы приходим в эту жизнь, мы надеемся, что нам будет обеспечено в этой жизни самое лучшее с нашей помощью, безусловно. Это когда мы надеемся? Да, когда подросли уже немножко, когда нас выучили. Когда и на родителей ты надеешься, когда подрастаешь дальше надеешься. И православие нам гласит, все мы рабы. Так. Ну какие? Бога. Божьи, ага. Да? А по православию, так, помазанником Бога на земле, который должен обеспечить вот это хорошее пребывание на земле, является первое лицо в государстве. Раньше князь, потом император, там и дальше генсек, и сегодня сейчас Путин. Президент, правильно? Помазанник Божий.
Что, Путин помазанник Божий сейчас у нас? Помазанник Божий Путин. Ну, а кто первое лицо в государстве, которое должен хорошую жизнь ему создать, его детям, чтобы они образование получили, чтобы они, ну, достойно, чтобы спокойно. Причем из православия я тут немножко упустил эту канву, эту красную, которую вы пытались протянуть по моим мозгам, я не понял. Не понял? Почему православие тут, я не понял. Не понял, потому что вот это, вот здесь вот было прописано, что... Да. Можно прочитать вам вот прописанное? Да не в этой, в этой книге. Нет, это Евангелие от Иоанна, вы что, тут все написано. Идеологическая основа православия – это соединение сущего и должного. Вот мы пришли существовать на земле, а должны уйти в мир иной. Понимаешь? А вот это соединение, вот это должен обеспечить помазанник Божий на земле. Вот глядите, все проще намного. Вот третья глава, глядите, как написано. Никодим приходит, и он пришел к Иисусу ночью и сказал: «Учитель, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога». Я тебе дальше скажу, подожди еще, я не закончила. А поскольку все рабы Бога, а сегодня помазанник... А кто все-то? Ну, ты уходишь в мир иной, Бог. Но если ты только истинно крещенный поверю в Господа Иисуса Христа. Я православно говорю. Стало быть, понимаешь? Правильно тогда. Совершенно верно. Это раб Божий тогда. Это раб Божий. А поскольку на земле эту функцию исполняет. Ну вы все помазанник. Правильно говорите. Я только не понял, помазанник-то он сам раб Божий. Вы-то почему перескочили так, это? Так, он никакой не господин наш. Слушай, Путин не господин. Он помазанник. Он никакой не помазанник, он такой же раб Божий. Должен быть. Должен. А он является господином. Ну, он, а я тебе скажу, что, он а, неверующий кто, человек. А кто КГБ, кто был верующим? Не. Они могли поверовать. Апостол Павел тоже гнал церковь, однако он уверовал. А я тебе скажу. Поэтому он бы мог поверовать. А кто наш патриарх? Патриарх, ну, мало верующий, я думаю. Не думаю, что сильно верует. Бывший дипломат, член КПСС. Да это мы... Что ты мне говоришь? Это мы знаем. Так о чем вы голову пудрите всем? А Иисус сказал ему в ответ: «Истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божьего». И теперь дальше я тебе скажу. А поскольку рабы все помазанника Божьего, а мы... Про помазанника Божьего. Чего вы его так трясете? Нету нигде про помазанника Божьего. Христос у нас помазанник. Все. Все остальное вам ничего не надо знать. Да я знаю вот, больше, вот чем... здесь. Да, я понял. Вы чересчур много знаете. Возьмите вот Евангелие от Иоанна. Вот это вот. Только надо это знать. И все. Нет. Звоните нам по телефону. Ага. Будем общаться с вами. Я тебе сказал. Как да, вы много сказали. Только В церковь зачем идут? Я пошел в церковь, завтра стрелка, надо сегодня покреститься. Это понятно, это все правильно? Ясно. Вы-то не за этим ходите в церковь. Вы-то ходите в церковь для того, чтобы спасти душу свою. Вы ходите для этого. А другие там пускай занимаются. Каждый спасает свою душу сам, а не кто-нибудь его спасет. А вы вот про крест говорили, вот эта перекладинка-то нижняя, а что она обозначает? Вот, смотри, вот это царь иудейский. Дальше, вот этот крест, это католический, а наш православный, вот так. Это когда распяли Иисуса Христа, у него три разные версии. Была одна версия, что вместе с ним казнили преступника, который либо в рай, либо в ад, и в ад пошел поэтому. Либо одна нога, а точнее уже это установлено, одна нога якобы у Христа была выше, а другая ниже. Вот и поэтому крест вот так получился. Ты понял? Нижняя часть. Глупости все. Это не глупости. Нет, а первая версия какая была, что два разбойника... Вместе с ним разбойников. Один и ват и в рай вот это. Ну и правильно. Вот да, это как весы. Это духовная направляющая. Ее не было такой на самом кресте. Это чисто наше православное отличие. А мы помазанники Божьи, дружно взявшись за руки, все голосуете и ратуете за то, что вам проповедует Кирилл. Нет, КПСС. Нет, мы как раз-то не к Кириллу не относимся. Мы русские продаем вам тоже. Возьмите. Это машина, которая убежала у нас. Потом не подписали декларацию Сергия. Декларация Сергия, Сергия. Вы знаете? А, митрополита Сергия, знаешь, кто избрал? И кто в 43-м году?
Ну, а скажи, Сталин и Берия, вот именно. Видите, вам не повезло, мы не относимся к православной церкви, к этой православной. Поэтому мы это все знаем, интересно. Поэтому вот здесь запутывает вас. Скажи честно, а мы распудриваем. А вы распудриваете, вот эти вы распудриваете, действительно, все эти фразы. Сзади. А вы попробуйте распудрить. О, молодцы какие девчата. Хотят все знать. О религии. Православная церковь. Ну, приезжайте, пообщаемся. А так вообще дух, я знаю. Дух у вас православный. Вам только в церкви надо находиться, а то зря проходите. В ад пойдете просто так, с такими знаниями. Я в ад не попаду. Почему? А потому что у меня прописано другое. Да ее это, трубили. Где? На ладони? Ваша православная. Про вас прям? Ага, про меня. Ясно. Прямо. Не знаешь еще. Православная. Так утверждать-то я не знаю, где я окажусь, а так вот, что я там в воду не пью, так нельзя. Ну, слушай, ну вот смотри, православная церковь тоже дурь гонит. Какой год лошади сегодня? А так церковь не... Какая помощь там идет? Помощь какая? В смысле? Ну занятия по изучению Библии? Слушай. А, просто занятия, да? Ну да, прям занимаются, изучают Библию. Вы имеете в виду помощь, как вот у сектантов, да? Не. Я имею в виду, что как бы, если я Бога верю... Можно молиться, но занятия по изучению Библии. Вот выходите здесь на сайт, и там форум есть, и на форуме там будете общаться. Там телефоны есть разные, можете звонить и общаться. Прям. Это вот... Я раньше ходил баптистом. Нет, мы чисто православные. Ну вот он это вот баптистские, кстати, это мы у них берем вот эти вот книги. А сами вы видели такие, наверное? Нет, это вот не так давно они выпускают. А у нас вот здесь на первой странице вот печать, вот видите, православное изучение Библии, телефоны, вот сайт. Вот возьмите, позвоните, если что. Можно изучать. Вы изучали Библию? Да. Но надо продолжать изучать Библию. Только мы, видите, по святым отцам православной церкви изучаем. А вы по нации кто? Я мусульманин. Вы мусульманин? А как вы пришли до Христа, дошли? Да, ну... Это долгий путь был? Да. Так а у вас, вы там у себя в Азербайджане-то, у вас там родственники есть? Я думаю. А что ж ты нет? Конечно есть, у вас же очень много родственников. И как они относятся к вам? Нормально? Ну вы, наверное, себя зарекомендовали как хорошим христианином, добрым, добросовестным человеком, да? Конечно. Они поняли, что это не так страшно христианство. А что такое? Не, ну христиане с мусульманами, конечно, там было битье, но мусульманство, вот по Корану, оно христиан и иудеев ставит все-таки к людям Писания, называют, людьми Писания. То есть у нас вот это Писание, которое Мухаммед, это же он через Ветхий Завет и через Новый Завет взял. Просто это транскрипция произошла всего его разговора. И там этот Али написал все, что хотел. И то, что надо, и то, что не надо, наложил. И поэтому, конечно, получилось так, что Иисус Христос вообще не Бог. И теперь начинают биться они за то, что не Бог и так далее. А там дальше террор и так далее. Непонятно, до чего дошли. Ну, помоги Бог. Да, обязательно. А патриарх? Ну мы уже с вами подружились, вы уже не так на нас смотрите. Страшно. Уже не пугаете уже? Уже вас не пугаю. А я уже испугался, думаю, сейчас что-то такое мне скажут, что я его не знаю. Я думаю, что же я не знаю такого? Я с таким же чувством пришел, когда объявление увидел, что православные проводят изучение по изучению Библии занятия. Я думаю, не могут они так, это сектанты косят. А сейчас сам провожу. Я православный, сам провожу занятия по изучению Библии. Да, проводит православный. А мы раздуриваем. Понимаете, слово дурят. Было бы слово дурят еще.
Да. А тоже и некоторые прям на полном серьезе занимаются этим, понимаете? Еще хуже. Ладно бы там кто-то знал все это и дурил. Таких-то меньше. Они искренне верят, во что не верят. Они даже каноны не исполняют церковные, понимаете? Я знаю. Троекратное погружение. Сказали, Христос вышел из воды. Написано в Евангелии. Нет, покропили, еще и деньги собрали. И крепочку, полное погружение. Вас если погружали этого... прям? Вас прям погружали, да? Нет. А, вы не крещеные еще, нет. Да? А вы такого года вообще у вас? Я? Да, рождение. Дитя войны. 44-й? Война когда началась? А, 41-го, да? У меня отец 39-го. Отец 39-го, да, он тоже не крещен был. А вот мама 44-го, так она крестилась в Покровском соборе. А, поближе, после... А, да, до войны это было еще на Краковском, а да. На войне по-другому, да, уже все началось. Уже по-другому. Господь тряханул эту, ага. Сталинизм. А почему этот. Теперь боятся сказать, что Сталин митрополита сделал Сергий Патриарх? Ну, и не просто боятся, а это нельзя говорить. Ну, почему боятся? Расскажи. Это страшное дело. Это вы что? Патриархия тогда вся рухнет, они там все КГБшники. Тогда как-то. Они все... Они же попы были все с КГБ, чтобы сдавать других людей. А я всем говорю. Ну и так и было. А как и иначе? Иначе бы не отпустили. Я студентам говорю. Ну и правильно. А что это скрывать? Это было? Вы сейчас преподаете. Раньше того мышленно. А вы в каком институте? Вы еще преподаете, да? Вы еще преподаете? Ну сейчас-то уже, слава богу, хватит. Да, я тоже думаю, что вам так. Вы порвете сердце себе просто. Вот именно. А в каком институте это преподавали? Меди. Меди, да? Да. Ну, благословил Господь, если так вы говорили. Хорошо. Открыто говорилось. Ни одного. Меди, а когда это вы учили? А это Меди, это у вас Савинцева, не помните Савинцеву Надю? Савинцева Надя? Да. Такая симпатичная, небольшая девушка. А где она была? Ну, а она студент? Терапевт. Терапевт, да. Вот фамилия что-то знакомая, но у меня зрительная память. Она такая, хорошая. Знаете, это, ну такая молодец, такая, как бы, такая подыстрадная. Зрительная, хорошая. И поет, и все. Ты ну, будешь быть, снимать? И... Мне может. Потом выложишь, да? А у вас сайт-то есть? Вы выходите на наш сайт, вы там все увидите. Все, ну, он же записал сайт, есть? Да. Где? Ты бы там визитка есть, да? Да, все есть. Там на визитке сайт есть. Ну ладно, с Богом. Не дурите людей. Бог помощь вам. Людей надурить на самом деле очень сложно. Людей? Да. Ты знаешь, я тоже надула попробую. Именно надурить. Обдурить. Надурить. Для этого ты своей душе повредишь. То есть ты сам дураком окажешься первым. Вот в чем дело. Служители церкви, да? Да. Выпившие накануне Пасхи, знаешь? Денег верующих, да? Идут домой. Сумки. Ну обязательно, но как же без этого? Без любят этого нельзя. Пасты любят. Как они, монашки с ними идут, да? И зачем? Это уж к чему вы сказали? Не знаю, это не зря. К чему это уже ни к чему, это не надо. Вот то, что не видели, лучше не надо. Так если бы монашки я не видела, сейчас... я даже разговаривала. Портай геносы сделали здесь. Я с ними разговаривала. Это немножко не так все, понимаете? Это все немного не так, как вы думаете. Это на подаянии. Это гораздо глубже. Это глубже, правильно говорить. Эти вот монашки там, не надо это. Не придумывайте лучше. Да, не они, условно монашки. Нет, это понятно. Возьмите, пожалуйста. Православный церковь. Встретили наконец-то на благовестии душу, которая также почти что думает, правда, совершенно неверующая. Совершенно. Но ревностная. И с ее ревностью она бы стала как апостол Павел. Но, как говорится, надо цветы приносить, когда ты молод. Да. А не когда тебе уже. Еще и уверовать надо. На одной ревности без молитвы не уедешь. Православная церковь пытается.